Да, сейчас я работаю на компе, если ничего, то провайдеру наберу, сейчас спрошу. Да надо будет роутер поменять просто. Что, даете масляцию или что там? А, 8 секунд. 8 секунд, Сань. Чё ты резаешь точечно? 3, 2, 1. Давай, масрез. Я думал, я все это время записывал, и даже мандикам не врубил, блядь. Да, я записал нормально. Скинешь мне исходник, короче? Вот, знаешь, сколько весит? Гигов 20. А, да, вот я сколько записываю. Успокойся. Кольцо все равно, скорее всего, да, уйдет тебе. Что? Да тут больше никому не идет. Разве да. Что трафик АДК собирает. Так что, зайдет? Да. Пока он не зайдет в игру, время останавливается. Так, ну, и... А я зайду через 6 дней. Ха-ха-ха. Ну ничего, в чем проблема? Через 6 дней, да. Так, значит, с тобой зомби разговаривает. Так. Череп тянем ДК, сразу оковы на него. Без разницы, танк не танк. Дальше. Орхидея, кастуешь чисто на него корни. По КД. Кастанул, опять кастуешь. Погнали. Ой, да не надо, нормально, бей. Подрезание сожили. Сделайте, пожалуйста, красиво. В домике есть. Подходите на максимальный и под прыжком тяните. Через окошко. Давай, 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 давай. Тяни дальше. Дальше. Ладно, бьем. Бей, 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 нормально. Дальше череп. Тафик, иди тяни, пока КД у Алис. Тянешь окову? Стоп, а на том четвертом боссе там же можно без саппортов или обязательно? С сопротами обязательно. Так. 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 Череп. Тянем. Аккуратно. Барабану близко. Барабану близко не подходи. Лучше вот как-то отсюда. Старайся на максимальном рейдже. Отлично. Сейчас прилетит бомжей, короче, по посылке. Череп не забываем продиспылить, Сань. Играем по черепу. Можно орхиды и вина поменять местами в паке, пожалуйста. Что если что, чтобы мана заливалась ранее. Она должна поддон заливать. Или пусть выделит. Я поэтому не могу и мана сейчас отдать. И давай, не все ж там, курни там что ли.
Давай, Дин, где Шира, как Дарт Вейдер, где? Тяните. Тянем, тянем. Аккуратно с правой стороны моба. Но у меня испаритель другой. Он тише. Что, добрая сила победила и уничтожила твой испаритель? Нет. Смотрим аккуратно с правой стороны, не загрите этих мобов. Череп сюда тяните. Тафик. Тяни вот прямо вот здесь, где звезда. Тяни. Вот, нет, циклон не надо. Так, отлично. На коней садимся. Так. Не остается, я диван повесишь. Да я диван вешу. Побежали за звездой. Где ты там? А, 3 минуты. Охо-хо, и все свежий. Что? Не успел. А Саня есть в столовке? Нет? А, Саня там. Я далеко упал. Ладно, там через земли висел. Встаем. Встаем. Плохо. Да. Значит, идем сейчас вот так пробежим. Там пробежим, тут пробежим. Забыл, что диван 3 минуты когда-нибудь посмотрел. Не достаю слишком далеко. Да, первый раз вижу, что человек с ником Усейн играл, блять, Волф. Слишком далеко. Усейн? Усейн, да, имя. Стой, дай нам опять сяду. Эй, на маунта возьми, Саня. Стой. Хорош. Выводит в лицо. Все, все. Надо приблизить для мувика. Чё, 3 сундука изи, короче. Чей-то медведь. Заслоняет люльку, вот иди с люльки. Сейчас стопюсь, готовимся. Хорош. Побежали. Три стада за босс, да? Дисус такой. Ой, я проиграю. Лол. Чё за фигня? Ага. Добили меня, блядь. Забили нафиг. Сань, не вставал, встанешь сейчас. Встанешь, есть. А я так далеко. Ничего. Мобы убегут. А так и должно было быть, или мы не доехали? Не доехали. Так. Да позадумай ты и реснешь. Должно и до орхидеи достать. А до мосы? А, до орхидеи, а. Ну, где думаю. Вставай, иди по... Я вас хочу, на рест тут. Иди, сначала масс рес отдай. Что так еще 2 минуты, когда? А, ну рез это да. В принципе, ты всех должен доставать, даже Вайда. До орхидеи не достанет, походу. Близко стоит. Ух ё, где орхидея? О, Зоил. Норм? Походу, это не он зашел. Него дат сломали, короче, чтобы своровать перса. Так, масс-рез не юзай. Давай точечную. Задума, ресня. Ой, да задума.
Так все, задума поднял, задум шкаф, все остальные могут. О, какой шкаф, Сань, нам надо еще там пробегать, ресай. Да, ресай, что? Если говорю ресай, значит ресай. Я ж не против, ресай. Зоэл, зашел вниз. Зоэл. Не слышу. Ну, если он есть, но ничего не говорит. Да, он с телефона. А, тебя не слышно, если что. Видно, что окошко мигает, но тебя не видно. То есть не слышно. Чего там стали? Подходите туда, сейчас вниз, слышно? Я попробую дотянуться. Не надо. Слышно там, вроде. Там. Не дотянешься, пошли. Она за, ниже лестницы. За звездой бежим. Там прохилимся. Вот кто сказал? О, Орхидея, вставай. Да шкаф, 2 минуты, КД. Орхидея, передайте вам. Тыкаем. Прохиливать. Задум СС повесил, да? Да. Ну, у меня диван еще есть. Побежали пока за звездой. Без щитов только. Стоим. Стоим. Как вы там умерли вообще? Не добежали. Без дивана побежали. Побежали. Задум, живи. Да ты шо, так тащили? Давай, 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 давай. Так что, задум, Лёх? Или мне кажется? Лёх, я бегу, так, может, диван повесить на кого-то. Так, нету на дивана. На кого? Я меня скинула. Ну, Саня встанет, нет? Ты же езал. Ой, блядь. Я встал. А, нет, я не встану. Я вставал. Что за клоунада у нас? Тём, давай через ШП. Может быть, надо ему на слона садиться, я думал. И тапки, если что, прожмет потом. Слушай, я туда раз добежал, почти СС успел повесить, пока трэш вас бил. Это просто не повезло. Пока СС уже КД. Меня скинуло. Давай через ШП. Сколько СС КД? 15 минут. У тебя сколько КД вставания? Лачдан. Если не вкачано, то 30. Лачдан, сколько еще КД? Еще долго, я же только вставал. Вот на этой гребе. Значит, ну, сейчас пробегаем, чистим трэш. Вот и все. Давайте подбегаем сейчас. Здесь пробежим, вреснемся и чистим фулл трэш. А как мы вреснемся? Диваном? Да. Мы когда нашли, в прошлом, когда ходили, мы тоже чистили, да? И весь трэш чистили. Да мы и разведчиков всех в барабан били, нормально было. Стукачи. Час, 8 секунд. Войт, одень танка шмот. Если что, пожертвуешь с собой, дашь Т4 всем. У него вроде нету, побежали. У него есть Т4. У меня нет. Че, может пробнем до фула пробежать или не? Не пробежим. По Т4 я дам зубы тебе. Т4 уже нет. Нет. Ой, ну ладно. А, кавабанга.
Тут лучше всего идти этими, блядь, ночными эльфами. У них инвиз есть. Он разве спасет? Давай, Мосрис. Да. Блин, у меня шаман на альянсе эльф. Ночной? Переноси сюда. Естественно. Лучше бы выше был. Пробегаем или чистим? Чистим. СС-а нету, встать нечем. Медвей, ты один пеш потанчишь мне просто на минуты три отойти сейчас надо? Без проблем. Окей. Так. Зоил. Фу, блядь. Ну, алло, ну, блядь, ну, ребят, вы меня начинаете уже калить. Продиспелили заклинателя. Прохил рейда. Лежите, лежите. Вставай. Так, хорошо, все пошло, опять начинаем нахрен какой-то хренью заниматься. Алиса там опасно стоит. Нормально она стоит. Она нам не сагрит. Можно потом джикса, пожалуйста. Я тут. Вот такое вот сообщение залетело. А кто это? Не знаю. Класс какой. Он спрашивает спек. Джин, приз. Череп, продиспель. DC, серьезно. Робочки нормально. Чисто повагонить можно, но зависит от онлайна. А вот меня никто не вагонил, я одевалась сама. Да нахер. Ну, потому что иногда одеться сму не очень, вот. И поэтому я знатила, чтобы лоу хоть как-то поднять. Нет, тоже никто не вагонил. Хил. Ребят, можно джипси, пожалуйста, поломанная полрейда? Зайл. Зайл. Джипси, поставь. Мамонт есть за 16к у кого-то? Могу джипси дать. Ну так Дживса поставь.
О, синяя шмотка лежит. Она откуда? Так. Давай лучше его зальем. Череп тянем. Тянем череп. Что там так быстро на циркуле разошлись слухи, что вы тут играете, что ли? Ютубе еще смотрю. Давай. Тафик. Горит, что кнутах и дарках череп. Очень долго было. Короче, пока возьму. Проверим, что она себя может, короче, если что-то. Череп. Тафик. Тяни сразу. Череп. Это как? А уешь. Череп. Тяните или что? Так что-то мне в последнее время много ТЦ-шников подписывал. Гильдию. Череп. У меня когда? Тафик. А, где там? Череп, притяните мне, пожалуйста. Сильно не врывайтесь. Thank you.
Сань, приди... Ага. То там все заходит, то выходит. Кто? Или кто-то написывает. Да, вроде не слыхать ничего. Ты его включил просто уже. Что-то миллион трешек. У всех БКшных что-то я не знаю, куда так переделали. Они висят. Много трешек. Кари. Не знаю, почему тут, мне кажется, партняшка самая жесткая прок. Ну да, почти все качают. Для бруста. Так, когда на циркуле было топовое, я не жал плюс партняга, а тут вообще не знаю, что лучше уже будет. Я вчера с Живани общался, они вообще две прока без понтова. Может 4 сделать. Вчера ж за закрыл. А, я видел. Как раз вафлся туда, когда закрыл. Чуть получил. Что? Давай, не знаю. Шреддер вроде с пугами получил, я точно не помню. Шреддер? О, это что-то новое. Шансун тоже этот. У него пал. У него ДПС должен быть лапнуть. А, да, пол бы строил в прошлом году. О, насчет ролла. А шо у нас? Т4 уже по роллу идет, не по ЕПГП? Ну, я предлагаю так. Посмотрим. Я также... Карри, по роллу идет. Карабычка, это карабычка. Карабычку никто не собирает, по сути. Так, никто. И, ну хорошо, тогда на виклике. У меня вот на виклике интересно, за что дается ГП? Кроме слага. Кроме слаков, да? Не, не за что. Ну, тогда это просто фарм по 1000 ЕП выходит. Ну и что? Это фармом шмотов на успех. Кого это либо на твинков. Либо выклик, который вы делаете квест себе. Получаете плюс один стат. Ну там основное одеваются спецы, у которых 245 шмот каких-то нет, или Т4 забирается, вот и все. Это подготовка к целка 10. Ну так за это тоже должно идти какое-то ГП. А так считай, люди, которые не ходят, ну не попадают на этот виклик, которых не получается, падают по приору на то же самое целка 10-20. Не знаю, кто не попадает. И это мне говорит тот человек, который посох забрал после моего лива. Так, то было давно, так что не надо. Неправда, не, ну, сам факт. Просто, ну вот я сейчас смотрю даже, если я пойду в CLK-25, я понимаю, что я там, наверное, нифига не заберу. С учетом того, сколько сейчас рейдов, и плюс за, я, за то, что как ГП начисляется у нас. Так, ладно, это потом. Дальше, по боссу, соответственно, Дженолай, танчишь будет ты, Алиса, я, то есть босса танчишь на центре, соответственно, я на трэш. Дальше, по особенностям босса, у него есть огненное дыхание, Тарас, он дышит рандомного человека в рейде, соответственно, куда он дышит, по тем, в ту сторону, в которую он дышит, если кто-то там стоит, кроме того человека, на которого он дышит, по ним также шьется дымаг. Но это все прохиливается. Далее, второе. Самое основное здесь, это огненные бомбы. Ребята, это маленькие огненные шарики, которые босс портуется в центр, раскидывает маленькие огненные такие кругляшки по полу. Соответственно, от них надо набрать рейндж 4 метра, если не ошибаюсь. Да, 4, желательно 5 метров от бомбочек. Место будет
Соответственно, вот видите, где звезда сейчас бегает? Этот промежуток. Соответственно, за боссом промежуток. И где меточка ромбик и печенька, там появляются огненные стены. Соответственно, к этим стенам огненным также не подходим. Они также взрываются. Соответственно, также от них рейндж 5 метров. Далее. Босс призывает двух смотрителей кладок. Соответственно, развернулись на 180 градусов. Внизу лестницы стоит две меточки. Трусы, луна. Трусы идет до ромбика, луна идет до печеньки. Соответственно, смотрим. Развернулись обратно. Смотрим. Где ромбик и печенька, там есть мостики, соответственно, там колонны. В этих, на этих башенках, соответственно, есть яйца. В сумме их 36, то есть по 18 яиц с каждой стороны. Смотрители кладки разбивают эти яйца. С них лезут дракончики. Соответственно, мы со стороны смотрителя кладок, со стороны луны убиваем. Трусов доводим до где-то до 20% хп, даже нет, до 15% хп. Вы доводите и начинаете обратно лить босса. Задум должен будет довести, все он сделает нормально. Соответственно, пока я трэш собираю, вы бьете босса. Далее. Трэш я собираю, задум доливает босс, доливает смотрителя кладки, чтобы лишних драконов не было. Драконов мы должны где-то штук 9 точно с собой призвать. Потому что за 2 смотрителя кладки с одной стороны не должно быть вообще ни единого яйца. Далее. То есть я собрал трэш, соответственно, свичитесь в трэш. Ребята, заливаем трэш, играем по боссу. Трэш вешает дебаф на увеличение урона от огня. Соответственно, дебаф этот магический. СС на Зойла, да, давай. Соответственно, дебаф этот магический. Его диспелич в нашем рейде. Это может Зойл, он у нас диспелиш, как боженька. И я, соответственно, себя. Далее. Для чего мы, соответственно, вот все то же самое. Выходят смотрители кладок, мы их убиваем. Ну, одного убили, одного довели. Дракончиков ждем, пока он раздуплит. Убиваем дракончика, убьем босса. Для чего мы это все делаем? Но, так, сейчас я скажу вам. На 35% босса, когда мы его доведем, если мы не будем разбивать яйца, соответственно, убивать драконов, на 35% босс разобьет все яйца. То есть с обеих сторон, где не разбиты яйца, прилетят дракончики. 36 дракончиков ни один танк не вытанчит. Соответственно, быстро мы их не задамажим. По тактике это все, этого босса мы бьем под сопротами. Рыбу я вам поставил, фулл баф даем. Рыбу обновляем там, если кому нужно. Так, чек на готовность. Так, чего? Сопроты пропили? Мосса, мастерал, лучдан. Готовы? Еще раз чек на готовность. Зойл, сопрот. Мосса воет сопрот. Сопрот, выпей сам. У меня есть. Я знаю. Сопроты пропили? Чек вижу, воет, сори. Ой, точнее, отчетно. Стоп. Стоять, вогнусь. Здесь припот его не пропили. Будет хорошо. Сейчас. Секунду, ребят. Обнови на хп крики, или ты уже во время боя обнови? Да, во время боя обновить нормально. Да, у меня рога есть. Так. Нет.
способность. Шо, мы ждем? Сейчас, пока я зайду, ждем. Так, чек на, еще раз чек на готовность. Все, все готовы, чёрт на пол. Идем? Не стойте в куче РТД, чтоб дыхание вас не срывало. Мобы, по мобам пошли. Левого убили. Какого на них тоже кидайте. Так. Не забывай. Отлично. Право раздамаживаем. Бомбы. Алиса, прожимку отдай его я. Сейчас. Отлично. Задум, доводи. Остальные по боссу. Смотри, чтоб доту не дожрали. Раньше времени. Так, при бомбах навесишь на него поджигание. Ну, лучше предупреди, когда. Сейчас, вешай. Бомбы. Дал сейф. Долей. По мобам играем. Все по мобам. Аккуратно, тафик. Аккуратно. Тафика прохил. Аккуратно. Так, бомба. Трэш сливаем. Мобы. По мобам. По мобам играем. Все по мобам играют. Левого убили, правого пока в этот. За корней. Орхидея, за корней правого. Да какая разница? Левого уже... убили. Он левого все убили. Да? Отлично. Правого из корней вытащили. Не надо его бить, бьем босса. Бомбы. Ок, там босс нормально. Так, по мобам пошли. По мобам пошли. Все по мобам. Смотрителя тоже.
Аккуратно, он пусть проходит. Бомбы. Если пройдет. Отлично, по мобам. Задум, иди доводи моба. Сейчас пару раз он призовет и убивай его. Можешь убивать сразу. Играй, по-моему. Один. Моса, когда будут бомбы, кинешь мне иннер Зойлу? Все, убивай, убивай. Отлично. Бомбы аккуратненько. Отдай Алис прожимку. Отлично. По мобам играем. Все по мобам. Посмотрите на вкладки. Правого убили, правого направо забили. Лево довели чуть-чуть. И по мобам по драконам играем. Да, дом, доведи. Так, орхидея, иди правого, правый будет доходить. Как его? Корни, сейчас. Корни на него, корни, сейчас. Который идет через босса. Бомба, аккуратненько. Ага, уже ладно. Всех вызывает или нет? Этот, как да. его? Нет, доливай его. Прям сейчас доливай. А того не надо стопить. Играйте пока по боссу. Льем АОЕ всех, и потом чисто босс играем. Давайте 4%. Нам бомба забили фиг. 4% дольем и нормально будет. Бомба, аккуратненько. Три процента. Один. Готовимся по мобам играть. Так, сейчас я их соберу. Аккуратненько. Тафик, дай бомжей. Тафик, дай бомжей, играем по босс. АУЕш. Бомбы. Лис, АУЕ прожимка есть? Давай. Сливайте мобов. Все, босс. На то, что сейчас у него бешенство, не обращайте внимания, это все нормально. Так это обычные бешенства. Да, да, все. Я о чем говорю. Бомбы. Чисто бомбу кинул, ё. Гипэ.
Но на нем берсера что, нет вообще? Есть. Что-то либо мне показывает. Но она здесь долго. Минут 20 нет, да? Не. На самом деле он очень легкий. Так, пока стоим тут. Так, лупим, ну. Хотя, давай перед малокрасом я вам так раздам его. Да, давай без АФК закатим. Без АФК? Чего? Почему? Я сейчас лут разролю, малокраса убиваем. За звездой. Аккуратно, трэш, только не загрить. Это сколько еще боссов осталось? Два. Малокраса нормальные твинки пали. Угу, сейчас ничего не упадет. Тут путёв... Потому что Лачтан выбился. Чего ты успокойся-то? Нормально. Так что там, голова тебе нужна, да? Чего ты сразу начинаешь-то с дум? Ну сколько ты хочешь трав? Ну, так малокраса убьем, чё? И потом этот, Зулджина убиваем. Проблемы. Блин, ну я читаю, рука болит дико. Правая. Точнее, левая. Ну, наверное, правая кончила, левая. Я сказал. Алиса, ну что-то хотя не знаю. Что? А что там с тебя с рукой, да? Ну, я хз, у меня что-то в суставе на пиздецки болит, я еле кнопки нажимаю. Не надо было так резко просто. Я смотрю, вообще знатоки со знанием опыта все набежали. Ой, не говорил бы, упал там, блять, в конце трайда. Так я не знаю, там в конце есть какой-то цирк был с ними. Он последний такой подумал, такой, и на тебе вам еще одну бомбочку. Алис, станик здесь где? Он откидывает. О, клёвый босс. А, ну я чужие, когда-то я его сюда проходил. На катаклизме вроде этот инст есть. Алис, сейчас мы будем тебя бить. Зачем? Чтобы энергия была. Нормально. Ну тогда мы тебя просто свяжем, вот все эти будет. Так, Алис, отончил его? Да. Отлично. Какая у тебя тактика была, может что у него другое? Ну, короче, танчила его у того столба, а крипов танчила у того столба, я и боцы крипов танчила. Чего? Мобов. Нам зачем их танчить? Чем их танчить? Тебе надо будет держать двух мобов, это босса и турга. Окей. На турга. Ну, у этого столба, я так понимаю, который спереди. Сейчас я все покажу, расскажу. Так, по шмоту. Мейн спек. Надо кому-то? У меня такой есть, он мне нахрен не нужен. По-моему, проще разрулить то, что кто-то скажет. Грудь тканевская. Нужна кому-то? Какие давай не дизайн? Мейн, оф. Троллейбой, анролл. Я типа на оф ролю, потому что я с ролом на АДК шла. Нет, Войт. Войт, забрал, блядь, у меня сначала две, блядь, палки нахуй. Теперь еще и забирает это. Войт. Ну чисто по приколу кину ролл. Смотри, две штуки надо забрать, да? Это получается две. Так. Далее. Ботинки на танк. Вот не заберешь, правда? В смысле? Я по ЕП выше. Да иди в жопу. Пам. А, мастерал? Да не, не забирай. Мы оба на ОФ, да? Не хардкор. Когда я войду? А, ну хорошо, Войд, обмен. Купим. Хотел помститься чисто за троллейбой. Так, погоди.
Я не могу этот взять. Понимаешь, не? Сейчас. Жди. Так. Дальше. Так, что у нас там? Какая-то еще была шмотка. А тебе сколько мастерства на этот хардкап? 26? 56. Так, шея. Скорость, дух. Надо кому-то? Мейн спек, офф спек. Масса, разве что, не? Хилан не собираешь массу? Так, огнестрельная. А вот это вот. Можно там, пару... там силы, там РП нету, смысла нет. Я знаю, но там можно вставить сердолик, и он даст больше РП, чем у меня. А, ну да. Давай, вот. Обмен. А сколько он там идет? На офф. Давай. 331. Так, ботиночки. Ладно, скорость крит. Адека. Эрпал. Обмен. Блять, войт налутали БКП сегодня. Нормально. Да какая разница? Главное, ну, бис забрал, все. Отлично. Бивнилом. Но ДПС растет, когда пуха. Так, так. Кольчуга, ноги, скорость, крит. Надо, мейн спек, офф спек. А, так, понятно. Кожа, башка, крит, дух. Дай с дизю. Это друиду бы отдали. Кольчуга. На энха. Никому не надо тычь. Так. Поди задаёт ему. Бля, жид. Слушай, а ты тапки с дизель уже или нет? Какие тапки? Кольчужных. Там не было тапок кольчужных. Там были ноги. Кольцо кому надо ещё ролик? Эвинар уже ролит. А, да, перстень. Отдай. Забыл. Начислишь, да, да? Да, да. Ну, у него мейн спек танк. Так что, по офф уйдет. Нет, нафиг, ФДК не дам. По мейну на анхолика. Так, так, 150, что там? 194. Так, дальше по тактике. Сейчас я спекнусь. Три камня на 20 РП есть у кого-то? И берсерк 400. Палачки зачарю сейчас. Не, лучше берсерк. Могу, наверное. Есть кристаллая пропасть у кого зачарю? Так, ладно, что там? Сейчас скажу. Берсерк где? Да, есть. Реги. Обмен. Да, обмен кинь. Если есть три красных камня, я тебе сделаю их. Я уже думаю, надо будет купить. Протонуть с удара. Сердолики, что ли? Есть красные камни, простые. Я там. Да. Давай. Ну, простые хотя бы, но... А ну, чем мне столько много-то? Три штуки, дай. Перебираешь. Ты их один хрен выставишь дешевле, чем я. Я не выставляю. Перекап меткости, что ли, Войт? У тебя перекап меткости? Да. Давай. Обмен Войт. Зачем два воятеля забирал за КП столько? Ну тогда было не перекап. Войт, обмен. С одним был перекап. Просто... Этот... Кто он? Ну, урон-то выше становится. Пуха 251-я была. Так. Дальше, соответственно, дракончика. Так. Я не помню, у нас ромбик фирялся за дом или нет? По-моему, нет. Ну, Кристина дракона, я луну.
Так. Погоди тогда. Тут с опротами или без мощи? Попробую ее фернуть, если не фиряется, значит, Лучдан. На нее по КД кидаешь этот, как его? На тетку? Да, на ромбик. Ну, а наш какое-то время будет без, жабы. Жаба... Когда кинешь, тогда кинешь. Далее, по тактике, соответственно, ребят, объясняю. Этих расконтроливаем троих. Четвертый у нас будет на танке. То есть Алис должна его тоже нагреть. Хорошо. Мы его кого тоже. Ты держишь и Малокраса, и Турга. То есть, который без метки. Малокраса и Турга. Зеленого, желтого. Видишь? Который без метки и босса. Соответственно, ты их должна держать. Мы его закливаем. Мы по нему свечиться не будем. Мы бьем чисто босса. Далее, по тактике на босса. Малокрас кидает, во-первых, молнии духов. Это ОЕ. Это прохиливается. Похищает. Похищение мощи делает. Соответственно, 10% увеличивает дамаг, и у нас уменьшается на 10% дамаг по нему. Соответственно, это тайминговое. И каждый раз, то есть у него на 10% увеличивается дамаг, у нас уменьшается. Далее, третий каст, самый опасный каст, это вытягивание души. Он вытягивает у каждого класса по 3 спелла. Далее, у ДК самый опасный называю. У ДК он ворует лужу. Соответственно, когда у ДК или у Тафика что-то ворует, или у Эвинар, соответственно, ДКшники, вы лужу не кидаете. Далее, у друидов он ворует самые опасные шипы. Ребят, шипы он вешает на себя, их диспелить нельзя. Соответственно, сильно, особо если смотрите, что вы проседаете по ХП, соответственно, стопайте дамаг по боссу. Шипы неплохо бьют. Охотников у нас и магов нету. С паладина он ворует освещение, соответственно, по луже ДК, когда он с ДК ворует. РДД, хилы, все готовимся выбегать с лужи. Когда ворует с паладина, соответственно, ребята, это милишники, танки. Танк, милишники, готовимся выбегать, потому что лужа будет под боссом. Далее, жрецов. ШПшников у нас нету, соответственно, если был бы ШП, он бы контроль над разумом воровал. Так как у нас ДЦ, он ворует только фир. Соответственно, своруют с приста, Сань, тотем трепета. Зоил на себя антифир сразу же. Дальше. Разбойников нету, шаманы есть. Шаманов он ворует тотем кольца огня. Соответственно, его надо моментально убить. Он может быть даже на колонне. Ребят, следим за этим. Далее. С чернокнижника он ворует огненный ливень.